18 мая 1921 года в районе сел Новая Григорьевка и Стремянная три полка 1-й конной армии Семена Буденного окружили отряды Нестора Махно, которого красные преследовали уже несколько месяцев после совместного с ним разгрома белых в Крыму. К этому времени у Махно оставалось не более 1500 бойцов, которые противостояли 4 полкам 1-й конной армии. Красные также бомбили махновцев с аэропланов. Тем не менее, батька сумел выйти из окружения, нанеся красным поражение. В этот же день к остаткам повстанческой армии присоединился отряд «Щуся», что довело численность махновцев до 700 человек, которые окружили пологи. Через несколько дней за счет призванных ветеранов махновщины у батьки было уже 2500 человек, что уже мало напоминало повстанческую армию в несколько десятков тысяч бойцов в предыдущие годы гражданской войны.